так что все да есть тут все. Уже не томите, Владимир. Речь идет об очень... о сильном тексте, разоблачительном, который написал Олег Лурия. Цепляй быстрее! Куда ты едешь? Блануть, блядь, это пиздец. Бля, сейчас выскочит. Ебать, я взял это! Я взял это!
Найти ответ, но помогает забыть вопрос. Ибо если вы не верите, голова не болит, значит это вторник.